Понимаете, кто за кем бежит, чтобы не увидеть друг друга? Я вот вторым всегда бегаю, мы сейчас первым. Я первым, да, я веду. Я хуй сос. Впереди есть ваш. Спасибо, шлем. Двое вроде. А где они, справа? Вдоль коридора, спереди. Бегут. А коридор-то направо поворачивает? Направо поворачивает, да-да-да, бегут они, слышишь? Только давай ёбнем их, бегут на нас. Проблемы какие. Так давай, я же говорю, как не хочу. Кого ты жмешь? Их же не видно. Видно, они смотрят нас. Полный. Одного минус тонул. Второй, ебашь. Он просто АФК на нас убегает. Го со мной. Да а, пошел. Это ты! Вы меня чем убили, а? Это я убил, сори. Я сам, я чё здесь потом его, не? Я тупой. А зачем так? А кто меня убил из вас? Враг. Меня в спину кто-то убил. Вы сейчас все сдохли? Я убил, там один остался. Убили его. Не голый был. Если ражить, он просто будет послушать шаги и убьет. Никого больше нет. Ну, когда ты будешь просто не убивать. Нихуя. Если чё, я нанес 606 урона, блять. Куда? Кого? Чего? А, ну я там чел уже чисто, блядь, на дороге стрелял. 762 по СГЖ, с СКС что ли, речь был? Это некрос? Нет, некросмёт. What the fuck? А вот этого человека ты разъебал, походу, да? Ага. Он, сука, все это время крысит. Вот это пидорас. Вот ублюдок. Крыса. What the f- Бегает. Убил челика? Убили. Ну вот, 10 минут. Сосать. А, видел, как я юзанул левое плечо? Их двое было. Говно было, у тебя позиция говно. Да. Я хотел его резко на хэдшот поймать, он просто за дверь спрятался. А, я убил его. И мне его тиммейт убил. Или их трое было. Угу. Прыгает, поднимается. Да, поднимается. Так, Эрик одного уже зацепил, так понимаю, да? А, выходим на кассу. Помощь. Слева за углом они. Слева за углом? Да. Ну, ты... Ага, понял. Не убили. Не, Эрика убили. Я понял. Он полумёртвый. Гранат, давай кину гранату, подкину. Я пушу. А, нет, давай кинь гранату, кинь. Ты топ. Там еще слева есть. Кинул гранату. Там слева есть. Дыши. Пошли, он слева, это он один. Давай. Пошли. Двое! Я двоих убил. Второй. Как это работает, блядь? Иди, пожалуйста, я нанес здесь попадание. Послушай, надо. Зайди в комнату, послушаем шаги. Давай. За 10 попаданий. Есть! Двое!
Еще есть? Не убил кого-нибудь? Граната. Некоса, граната. Так, Крой здесь, я пойду посмотрю в обход, если есть в обход. Раненые. Похода нет, это единственный поход. Одного убил. Некос, он одного убил. Меня убили топором, блядь. Эрика, убили топором. Пошли на него, пошли. Он топорист, убейте его. Я за твоей спиной. Что? Что? Блин, Миш, ты убил? Алло? Нет. В смысле, он с топором, чего вы его не убили? Он не с топором, с добротовой пушку. Он меня убил с этим, пресс ГС, голова, горло. Одного я ебну. У меня патроны просто закончились. Ты же Гриш, за мной бежал. Да, я думал, он здесь, в этой комнате. А ты прям если за мной бежал? А, ладно, плохо. Ты не знаешь, где он, что ли? Вон он, да. Он даже не меня планится, он там здесь сидит, где я сидел. Ты вообще лоб. Хорош. Хильте. Там хватит, как раз давай пошумок. Внизу. Давай, забегай, проверь, будешь стрелять или нет. Блять, заебись, ты придумал. На втором этаже? Стреляют. Меня стреляют. Ладно, я закладываю. Я в этом, в ванной. А откуда стреляют? Я не знаю. Я в коридоре. Меня убили. Я заложил, я заложил. Он лежит на третьем. Я заложил, миссия выполнена. Я умру. Лежит на третьем, как червяк. Я его покоцал в грудь. Где Коцаны. Ты? Где третий ты, этаж. Магнус. Я на втором. На лестнице. Пистолетом, ублюд. Я выбежал, меня чуть не убили. Это я. Хорошо. Там контролят с трех сторон через. Я хиляюсь. Давай. Я чекаю. Сука, он наверху где-то сидит. Да, он наверху. На третьем он наверху, да. Наверху, вот где это металлическая хуйня. Лежать там можно. Так где Тимок, я не помню. Блять, убил меня. Он на лестничке прям. На третьем этаже на железке выходишь, ниже там наверху лестница. Понял. Я по нему попал. Ты что делаешь? Он не там. Тимок сказал, что он там. Нет. Вот налево выходишь. Да. Но это не он. Да, это не он. Короче, вот перед. Да. Вот железная плита. Иди прямо в перебежку. Я понял, и налево, да, в дырку. Понял. Потом направо. Железная, да, хуйня. Он в дырку чекает, аккуратно. Слева в дырку чекает. Вон там, да. На лестничке был. Видишь, он меня убил. Через дырку. Вон он, лежит. Да, лежит. Понял. Там. А что ты без броника? С пистолетом можешь. Я с броником. Ну, на, нахуй. Он меня убил. Я все лобби убил. Да. Можешь, пожалуйста, меня залутать? Вы воюете. Вы в упор можете зажать. У вас же калаши. Вот жмите. Я слышал их, да. Вот, да, они вот справа. Вот. А мы можем еще как-то их пикнуть? Нет, слышишь? Нет, это единственный поход. Ладно, все, идти надо будет по первому, как обычно, блять. Вам все даже квесты выполнять не надо, заебали вы нахуй, очкошники. Все. Пошли. Ага, я видел одного, он наверху, он на втором. Да, я говорю, на лестнице стоит. Квест. Но мы на лестнице? Мы сдохнем, если пойдем. На правый, да? На правый? Да, там на лестнице, подъем наверх. Хорошо. Один внизу, один на лестнице. Гранату дал. Отойди.
Плохая граната. Я одному дал в грудь. Двое на лестнице. Один справа лестница, другой слева лестница. Okay. Вы пикать хоть как-то будете с какой-то стороны? Я пикаю. Или что? Я пикаю. Почему я опять третий рейд один воюю? Я пикаю. Я одного убил, по-моему, слышь, там труп лежит вроде. Одного убил! Я пикаю. Еще второй там лежит, да, зажимает на лестнице. Даю, даю. Я ему грудь дал тоже. Пулька. Не, он жив, он жив, он жив. Там стоит. Да, он жив, лестнице. Он жив, да, но я мертв. Его. А! Это по тебе? Это по тебе? Да. Граната была в мою сторону. А, я! Я упал. Ты жив? Да. Ты бежишь? Да. А кто его залутал? А, Зик. По-моему, меня Тагио завалил. Меня Тагио завалил. Понял.